бомбы. Наверное, их установили геты. Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить. Thank you.
бомбы. Наверное, их установили геты. Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить. Уничтожьте их скорее! Thank you.
Нормандия, маяк безопасности. Это восхитительно! Действующая протеанская технология! Невероятно! Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. Вас поняли, Нормандия. Ждем. Это опасно. Установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. А это Нормандия. Судно Альянса. Под командованием капитана Андерсена. Им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. Доктор? Доктор Чаквас, мне кажется, она просыпается. Мы волновались за вас, Шепард. Как самочувствие? Как я тут оказалась? Долго я была в отключке. Примерно 15 часов. Полагаю, это маяк так странно на вас повлиял. Это моя вина. Видимо, я активировал какое-то защитное поле, и вам пришлось бросаться мне на выручку. Вы не могли знать, что произойдет. Собственно, мы даже не знаем, в чем была причина, и, к сожалению, теперь уже и не выясним. Маяк взорвался. Может быть, перегрузка системы. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с Уильямс перенесли вас на корабль. Насколько я пострадала, доктор? Физически вы в полном порядке. Но я обнаружила необычную активность мозга. Аномальные бета-волны. Также я отметила у вас больше быстрых движений глаз. Обычных признаков интенсивного сновидения. Я видела... Не знаю точно, что я видела. Смерть, разрушение... Все как-то нечетко. Надо будет включить это в рапорт. Возможно... О, капитан Андерсон! Как там ваш пациент, доктор? Все показатели в норме. Думаю, с капитаном все будет в порядке. Рад это слышать. Шепард, мне нужно поговорить с вами. Наедине. Слушаюсь, капитан. Если понадоблюсь, я буду в кают-компании. Похоже, капитан, вам порядком досталось при взрыве. Вы нормально себя чувствуете?
Я не люблю, когда мои солдаты погибают. Смерть Дженкинса не ваша вина. Вы все сделали правильно, Шепард. Сержанта Уильямс мы оставили на Эйден Прайм? Я подумал, что такой боец, как она, может нам пригодиться. Она переведена на Нормандию. Уильямс хороший солдат. Она это заслужила. Лейтенант Оленко с вами согласен. Поэтому я и включил ее в нашу команду. Разведка облажалась, сэр. Мы не имели ни малейшего понятия о том, что нас ждет. Потому все и пошло кувырком. Геты уже черт знает сколько не совались за пределы Вуали, капитан. Их вообще никто не ждал. Вы сказали, что хотите поговорить наедине, капитан? Не буду юлить, Шепард. Положение не из лучших. Найлус погиб. Маяк уничтожен. Геты начали вторжение. Совет захочет задать нам ряд вопросов. Я не сделала ничего дурного, капитан. Надеюсь, совет это поймет. Я поддержу вас и ваш рапорт, Шепард. С моей точки зрения, вы, черт возьми, герой. Но я здесь не поэтому. Дело в том другом турианце, Сарене. Сарен, Спектр и один из лучших. Живая легенда, все дела. Но если он связался с гетами, значит, он решил пойти своим путем. Спектр, отказавшийся подчиняться совету, это проблема. Сарен опасен, и он ненавидит людей. Почему? Он считает, что мы слишком быстро растем и занимаем галактику. Многие так считают, но большинство ничего по этому поводу не делает. А Сарен связался с гетами. Я не знаю как. Я не знаю почему. Я только знаю, что это имеет какое-то отношение к маяку. Вы были там перед тем, как маяк сам уничтожился. Видели что-нибудь? Какой-нибудь намек на то, что искал там Сарен? Я потеряла сознание, но до этого у меня было видение. Видение? Видение чего? Я видела синтетиков. Возможно, гетов. Они убивали. Жестоко, как мясники. Об этом нужно доложить совету, Шепард. Что мы им скажем? Что мне приснился страшный сон? Неизвестно, что за информация хранилась в маяке. Протеанские технологии, а может, чертежи какого-нибудь оружия массового поражения? Что бы это ни было, теперь оно у Сарена. Но я знаю Сарена. Я знаю его репутацию, его методы. Он считает, что люди — паразиты космоса. Это нападение было актом войны. Он знает секрет маяка. У него целая армия гетов. И он не остановится, пока не истребит все человечество. Я найду способ помешать ему. Не так-то это просто. Он Спектр. Летает куда хочет и делает, что хочет. Вот почему надо, чтобы совет был на нашей стороне. Мы докажем, что Сарен вышел из-под контроля, и совет лишит его статуса Спектра. Я свяжусь с послом и постараюсь добиться аудиенции в совете. Надо будет с ним встретиться, как только доберемся до цитадели. Мы уже недалеко. Поднимайтесь на мостик, и пусть Джокер заводит корабль в док.